Всем привет! Продолжаем катать American Truck Simulator. С вами Олежек Драйвер. Поехали! Предыдущий рейс у нас закончился на границе с Мексикой. Во славном городе Герои Юма. Вот граница Мексики. Так, надо теперь нам отправляться как-то туда, да? Ух ты, какая дорожка прикольная. Ах, ну что? Что же? Берем какой-нибудь груз и едем. Так. Так, ладно, чтобы не отвлекать, не занимать ваше время. Паузу пока нажмем. Ну что же, груз выбран. Поедем в Мексику, повезем автомобильчики. Но первоначально нам нужно заехать сюда в сервис. Сделать то, что я хотел. Удешевить, так сказать, маленько комплектацию. Так, отдохнули мы здесь, постояли немного. Чисто перекусили. Время уже 7 часов утра. А я встал сюда, было почти 5 утра. Ну, чтобы нас тут никто не ругал. Скоро открывается сервис. В принципе, он уже открылся, да? Ух ты, стоило выключить двигатель. Все, руль с таким скрежетом поворачивается. Так, вот у нас это дело. Ага. Есть такая крашеная фигня. Это для другого трака. Есть такой крашеный, есть такой. Вот нам победнее. Можно нам победнее, да? Так, а что у нас с шасси? Пока ничего, 6 на 2. Ну пусть так. Все равно нужно делать 6 на 4. 6 на 4. Ну все, больше добавлять, убирать нечего здесь. Оплатить. Вот так лучше будет. Что, у нас же моделька бедненькая, скромненькая. Так, так, все, садимся. Эту навигацию мы убираем, она нам не нужна. Поехали за грузом. Кстати, рядышком тут. Что, уже превышаю, что ли? Так, ждем. Где все машины-то? Там никого, там никого. Ну, поехали. Thank you.
Так, а сюда или не сюда? Или вон туда? По-моему, все-таки туда, да? А там вроде вот машины стоят, да, сюда. Все правильно. Идем оформляться. Мы за грузом, товарищи. Так, это куда пошел? А что, прицеп еще можно поменять какой? А? Ишь ты, ишь ты. Ладно, нам это не надо. Нам вот сюда надо. Этот куда? Так, нам сюда. Так, нам надо развернуться туда, туда. Ой, короче, несколько раз туда-сюда. Так, ага, джипчики у нас тут, а тут у нас мустанги, ишь ты. Так, ну все, сцепочка произошла, шланги зацепляем. Так, оно, они у нас зацепляются, да, и лапу убираем. Так, все, шланги на месте, кабели, в смысле. Лапки убрал, проверяем маршрут. Ага, сюда и сюда. Ну, а здесь без разницы, хоть как езжай. Хоть так, хоть так. В принципе, не так далеко ехать, но нормально. Нормально. Можно, поехали. Так, что-то у нас... Так. Да. Так, а что у нас по этому городку-то, я как интересно еду, да? Ага. А по-другому не проедешь, тут только одна улочка. Сюда мы не поедем, тут будем выезжать как надо. Тихо, тихо, тихо. Груз не тяжелый, всего около 10 тонн. Всего-то около 10 тонн.
Прицепчик-то вообще ни о чем. Всего на 4 машины. Могли бы и побольше сделать. Прицеп называется, по-моему, Car Hauler. Ну, это вот этот прицеп маленький. С ним нормально денег не заработаешь. Сюда всего 4 машины. Всего 4 машины. Ну, рассвет. Рассвет у нас уже. Стоят на мосту, хоть бы световую сигнализацию какую-то, бы гирлянду там, не знаю, мигающую поставили бы. Оп, ты куда? Нам дальше. А, налево хотел на встречку вывалить. Так, этого пропустить надо. Ты чё? А, ты меня пропустил? О, пардон, пардон. Так лучше, наверное, удобнее делать, начинать рейсы с утречка пораньше. И в основном весь рейс будет идти в светлое время. Длинный рейс я брать не спешу, такие, чтобы не на один день тут по игровому времени ехать. А зачем? Одну серию как раз минут на 30, на 40, на час максимум. Больше не надо. Ой-ой-ой-ой. Ой, чуть-чуть отвлекся. Аккуратней. Так, а не успею, не успею, не успею. Тихо, 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 тихо. Наконец-то в Мексику едем. Едем, едем, едем. Ах, то скорость ограничена в приграничной-то зоне-то.
30 майлов. Вольво в трафике появились. Потому что Вольво появились в продаже. Несколько сыроватые, конечно, вольвочки появились, но все же появились. Мексика. Поглядим, поглядим. Может, доработают. Будут другие обновления для АТС. И, скорее всего, доработают. Возможно, поторопились, чтобы показать, что вот наше обещание. Вот мы его сдержали. Volvo появился в АТС официально. Возможно, скоро его доработают, иначе непонятно, как представители самого Volvo, самой фирмы, одобрили лицензию. Блять, урод! Чуть-чуть не въехал ему, блин. Наверное, я не успею, времени не хватит мне, наверное, да? Кончится мое драйверское время, я не успею доехать до пункта назначения. Придется делать перекурчик. Классный прицепчик, хороший груз. Прям так и пахнет зелеными долларами. Ух ты, эта пробочка скопилась.
Ты как все ломится в Америку. Куда все люди-то подевались? Где пешеходы какие-нибудь? Транспорт есть. А, все давно на работе. В Америке. Тем более зона приграничная. Что им тут делать, да? Откуда тут народу нормально взяться? Пенсионеры дома сидят. Молодежь вся работает, кто на границе, то в Америке, тоже в приграничных зонах. Вечером назад. Вечером назад. Когда ж я денег-то подкоплю? Может, кредит в банке взять 1400, гаражик расширить до 3 траков, купить Кенвард, потом подзаработать, Вольво купить, я так думаю. Разогнался-то я, нифига себе. О, жаркая Мексика. Но тут конкретно солнце палит. Не успел ехать, уже песо посчитали. А что тут треки прямо в поле-то стоят? И тут стоянка такая, что ли? Yeah.
Может быть, и возьму кредитик. Не знаю. Так, я думаю, наверное, надо будет только с Мексики вернуться, наверное, назад в Портленд. Я так думаю. Ну, логическое завершение должно быть моего трипа. Экспедицию, так сказать. Надо же закончить. Надо закончить. Так, ага. Так, я думаю, ладно. Вот я себе наметил там стояночку. Стояночку наметил, надо будет мне туда заехать. Обидно, конечно, будет, если Volvo, который сейчас выставили в АТС, внешне, в целом, вот внешне, неплохой. Есть по внутрянке, конечно, есть вопросы. Ох ты, ебическая сила, вот ты молодец. Ты смотри, а. Извините. Извинения приняты. Да я чуть-чуть-то его задел, твою мою. Не сильно помял, нет? Да вообще ничего не заметно. На повреждения я получил. А Мексы, короче, вообще пофиг. Я так думаю. Так, тут заправочка. Так, а что тут? Стоять можно? Так, я, наверное, сюда зарулю, в порт. Там места для стоянки намного больше. Так, а ну-ка. Ой, не, я там. Ну, можно было бы, конечно, встать, но, блин, я сейчас как тут разворачиваться, где я буду? Ладно, поехали в порт. Или развернуться, встать там. Наверное, так и сделаю, ладно. Ладно, развернусь. Если у меня выгрузки в порту нету, с какого перепуга мне туда на стоянку пустят? На стоянку меня туда не пустят, а здесь можно будет встать. Так, ну-ка, как тут? Ага. Так, тихонько. Вот я сейчас все газоны, мать твою, посчитаю. Давай, 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 там застрял.
вообще, куда ты заехал-то? Нифига тут собрал кучу бордюров. Ё-моё, ты молодец, ты вообще красавчик, слушай. Вот место есть рядом, блядь, с Вольво, надо было туда вставать. О, боже. Тебе одна ось ведущая. Так. Ой, супер водитель. Вот же, рядом с вольвашником есть место. Слишком круто забрал. Вот сейчас тут аккуратненько тихонечко встанем и постоим. Заодно можно отдохнуть как раз. И время свое можно. Так, помещаемся. Помещаемся. Все. Встали, встали. Ой, чуть-чуть столбик не припер. Пойдет. Все, нормуль. Нормально, Вольво как Вольво. Надо, есть косяк. Есть косяк, про который вчера я видео смотрел, с внешки смотришь, вот эта белая панель изнутри. Ни двери, ни рамки, ничего нету. Удешевили максимально. Ни шкафов, тут просто стенки белые за сиденьями стоят и все. Вот это косяк. В этом смысле моды, которые я видел, намного лучше вот этой модели. Намного лучше. А вот это что? Хромированная вот эта боковинка. Куда ты пошел? Вот сбоку. На капоте. Рамочка вот эта. Клюшка изогнутая. Что за уголочки там? Что за косяки какие-то? Что-то как-то... На... Как-то накосячили. Как вообще вам дали лицензию-то, да?
принципе, неплохо. Но извините, ребят, это дефолтный трек получается сейчас. Он должен быть идеально выполнен. Хотя бы темную бы панель сделали, вот эту белую. Потемнее бы сделали. Ладно. Все. Так, отдыхаем. Так, сколько у нас времени сейчас? Так, 10:51. Ну, я думаю, наверное, примерно с часик можно будет отдохнуть или полчаса. Ага. Все, прощаться не будем. До новых волнующих.